Сегодня, в единый день приема граждан, были открыты двери приемной губернатора Магаданской области Сергея Носова. Залина Сарпалиева владеет фермерским хозяйством. Чтобы содержать скот, ей нужны средства. Но по программам субсидий поддержки сельского хозяйства она не проходит. Я не попадаю. Первый раз я обратилась, я не попадаю, потому что мы стекольный поселок, а надо проживать в селе. Я не попадала. Второй раз я обратилась. У меня было открыто ИП, но я им не пользовалась, она была открыта по другим деятельности. У Залины на Стекольном 2 гектара земли. Чтобы снабдить хозяйство всем необходимым, а именно оградить участок забором, провести электричество, необходимы большие затраты, что хозяйка, как многодетная мать, позволить себе не может. По программе развития сельского хозяйства Магаданской области на 2014-2020 годы Залине полагается выплата в 5000 рублей. От этой суммы она отказалась. Губернатор предложил собственную форму поддержки. Я поддерживаю как желание, как стремление. Второе, значит, мы вообще подумаем, как поддержать вас материально, не только морально. Давайте вот что. Значит, насколько я понимаю, что есть возможность, вы услышали, да, что можно сегодня перерегистрироваться фермером. Это никаких ограничений сегодня не существует, они сняты. То, что вы сказали, эти ограничения были сняты. Это, кстати, поможет в том числе в вхождении вас в федеральные программы. Также к губернатору обратились с вопросами о создании реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями и коммунальными проблемами. Записаться на прием к членам правительства можно по телефонам 622-096 и 624-855.